А ведь вы поверить-то должны, что рядом и буквально есть то, ради чего сюда приезжают тысячи автолюбителей. И верить вы должны-то не мне, а простым горожанам. Проверим? Да легко. Ну, хороший выбор, цены приемлемые. Достаточно приемлемо, дешевле, чем в городе. То есть есть смысл заехать, да? Да, есть, если берешь сразу несколько принадлежностей, компонентов, то есть смысл. Богатый ассортимент, доступные цены, не знаю, хорошее обслуживание. Вообще есть такое вот пожелание, чтобы все были вот в таком же положении, как Вираж М, который позволяет себе снижать цены, который позволяет себе многое из того, что другие не позволяют? Да, наверное. То есть вот этот Вираж М, когда делает цены ниже других, это в том числе хорошо? Да, конечно, хорошо. Всегда радует, когда цены гораздо ниже на запчасти и какие-то там дополнительные аксессуары к автомобилю. А вот теперь верим мне. Я просто проверил и обнаружил, что инструмент есть весь. Чехлы на машины тоже. Всякий примочек разный, естественно. Колонки и аксессуары в наличии. Радары и парктроники тоже. Вот для того, чтобы зайти в Вираж М, вам просто необходимо подумать, зачем вы сюда хотите прийти. Дело в том, что прийти сюда просто необходимо, потому что в действительности есть много чего. К примеру, есть инструмент. Это просто инструмент. Рожковые ключи, обыкновенные. Но есть и суперинструменты. И вот я вчера буквально лазил под своим автомобилем, ну, необходимо было поменять шлангочку. И вот тогда мне пригодился инструмент. Было очень клево, спокойненько так, вечерочком, растянуться и подтянуть кое-что. Прелесть. 5 литров потом залил, АТФ-ки, дальше поехал. АТФ-ка в том числе тут тоже есть. Вот. Но есть еще замечательные компрессора. И вот такие вот мини-компрессора. Это для мотоциклов. Поставили, зацепили и покатились. То есть все, что надо для души. Кстати, про автохимию. Весь ассортимент. Есть то, что дорого, и то, что не очень. Ну и самое главное – дилерство. Кстати, необходимо сказать, что Вираж М – это не просто магазин, где вы можете купить себе запчасти в большом количестве. Это очень, кстати, неплохо, то, что мы говорим о том, что в городе есть специалисты, которые предлагают вам поработать со своим автомобилем. К примеру, Вираж М – это же не просто контора, которая занимается продажей, а они же еще официальные дилерами Автофреш, то есть супер мегамойки для тех, кто моет свои автомобили в большом количестве. При этом все это pH нейтрально, то есть вы помыли свой автомобиль и дальше все разложилось. Теперь про отечество. Да, ломается, но все крупное есть. Есть и запчасти, а есть и для иномарок. Срок поставки 2 дня. Кстати, аккумы все, и колесики тоже. Ну нет огромного перечня, да он для тех, кому нужно-то и не нужен. А как вам такое предложение? Минус 30% на аккумуляторы. Минус 30% от цены 3710 рублей. Сегодня аккумуляторы 620, ну в смысле 62 ампер-часа, продаются по такой цене. Кстати, вот здесь вот также продается автомобильная резина. И в чем смысл Виража М? То есть, если вы нашли где-то подешевле, приходите сюда. Вам обязательно предложат и еще дешевле. Это разве не принцип? Ну а для тех, кто не понял, как сюда ехать. Это ведь смысл работы-то. Большой баннер на дороге. И для нас ведь действительно хорошо, когда в городе появляются магазины действительно низких цен. Ну сами подумайте. Аккумуляторы за 1400. Это для машин с отечественными двигателями. Резина на 13 1300 рублей. Попробуйте. Если у кого-то получится, ну вперед и с песней. А так, магазин Вираж М. Вокзальная 3/9. Отсюда направо.